Пресс-служба Видновской районной клинической больницы информирует. За прошедшую неделю в муниципалитете зарегистрировано 403 новых случаев зараженных коронавирусной инфекцией. По состоянию на 14 декабря с начала пандемии общее количество заболевших – 7095 человек. Еще один уникальный случай спасения пациента с COVID-19 в РКБ, о котором хочется рассказать. У инженера-атомщика Сергея Зотова, прошедшего испытание Чернобылем, помимо коронавируса, начала прогрессировать диабетическая стопа. Появились высокая температура и невыносимая боль в левой ноге. Походы в поликлинику и стационар в своем городе ничего, кроме страшного приговора врачей, не принесли. Ампутация ноги. Такое человеку с активной жизненной позицией услышать нелегко. Но Сергею Павловичу повезло. Он попал к видновским хирургам. И волей случая благодарю Господа, что Марина Евгеньевна стала моим патронирующим врачом в части стопы. Ну, почитал я про нее по интернету, я понял, что я попал, извините, в десятку с точки зрения возможности сохранить ногу. Отек спал после промывания. Когда мы тогда прошли, промыли уже еще меньше. Команда высокопрофессиональных врачей сделала все, чтобы спасти не только самого пациента, но и его ногу от ампутации. В данный момент он выписывается на амбулаторное лечение. До окончательного выздоровления, конечно, это еще долгий путь, но критическая точка, которая ему грозила в случае чего ампутации нижней конечности, вот, она миновала. Конечно, немалое время еще займет реабилитация, но главная задача видновских медиков выполнена. Мужчина будет ходить. Но для самого Сергея Зотова выписка домой стала отличным подарком к дню чествования тех, кто участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Ведь именно 14 декабря отмечается окончание работ в зоне аварии.